острую контратаку в исполнении казанцев. Кондратьев за воротами Эрсберга. Длинный пас в среднюю зону. Юлаевцы. Юлаевцы разыгрывают шайбу в зоне казанцев. Кондратьев. Гол! Невероятная шайба. Чудесная шайба. Она не должна была оказаться в воротах казанцев. Но, видимо, хоккейные боги сегодня на нашей стороне. Давайте посмотрим повтор. Ну вот этот пас был хорош, но не сразу Кондратьев обработал шайбу. Из такого угла он бросал по воротам Петри Веханина. Не знаю, было ли касание, но еще раз. Передача Патрика Торресона. Вот Кондратьев, вот не сразу он обрабатывает шайбу. И в сторону Пятачка. Радулов подставил клюшку, либо Емелин. Еще раз смотрим. Либо Емелин свои ворота еще загнал. Но с этой точки мы не увидим. Да какая разница, кто забросил. Главное, что мы ведем 1-0. Я поздравляю вас. Я буду наслаждаться этим моментом ровно столько раз, сколько его покажут. Радулов. 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 1-0 мы повели.